Вот иду так между рядами, смотрю, что бы вам показать такого интересного. И ситуация следующая. Если подходишь к автомобилю и с ним что-то не так, либо что-то с документами, сразу не надо ничего нам показывать, мы так продадим, мы уже продаем. Вот разные автомобили есть, такие на автомобиле. Можно так вместе с вами пройтись, посмотреть, что у нас здесь продается. От мерседесов до запорожцев, таврии, БМВ. Хотелось бы послушать БМВ, что продает, кто продает и какая цена этого автомобиля нынче. Много очень ренушек продается, 8,5 тысяч, вот 2013 год, Renault Modus, 3400, Калина, вот 2008 год, вот разные такие автомобили. Что у нас здесь? 10-й год, 5200, 111-е. Ланос и всякое. Послушаем, как работает Шкода дизель. Видите, уже не все хорошо. Работает рывками двигатель. Прогрелся, уже ничего. Когда набирает обороты. Слышите, как работает двигатель? Так, бежит куда-то, бежит. Год дизель 2.0. Вот обойдем, посмотрим. А работает как трактор. Какой-то автомобильчик. Дверь вижу подкрашенная, задняя. Ну такой уже пишут по пробегу, не знаю что, но походу он уже этот автомобиль видел многое. Вот такой вот автомобильчик. Есть и Нивы, и Тур. Разные есть автомобили, так что хотите купить автомобиль, приходите. Ну, желательно приходить в теплую, светлую погоду, без дождя, чтобы вы все смогли увидеть, все оттенки на всех автомобилях, на всех деталях.